Здесь проходит летняя лига, которая собирает самый большой звездный состав игроков, судей, комментаторов и вообще всего, что окружает баскетбол в этом регионе в это время года. И все хорошие броски, они правда появлялись весь этот матч. Были свободные дальние попытки. Сейчас тоже вот уже была первая, в принципе, не самая плохая. Суперсложный бросок с контактом через пол Сергея Быкова. Дмитрий Кадошников зарабатывает для своей команды первые очки. Тампер, ну, пока мимо. Да, хорошая работа тоже. Вот Матвей Погонин, их стартовый разыгрывающий, который должен быть рядом с Сергеем Быковым, одним из главных креативщиков. Свободная треха. Ну и вот Всеволод Тишин, тоже одна из звезд этой команды. Быков сам атакует мимо. У Сергея пока два промаха. Да, у Быкова, Быков не то чтобы прям главный снайпер команды, зато вот эта скорость, которой сегодня Барнаул, по идее, должен играть. Симпатичная передача тоже одной рукой здесь от Шалонина. И Митькин заталкивает еще два очка там под кольцом. Ну-ка, еще сложный бросок с одной ноги от Матвея. Ну вот есть попадание, пока, конечно, с этим большие проблемы. И тяжелый в итоге бросок сведения, который Барнаул готов принимать и готов сразу разгонять. Заброс длиннющий, без нарушения правил. Быков не успевает здесь. Прекрасная передача на Кадошникова. Хорошее стартовое преимущество. Вот уже плюс 10 будет, да, после этого броска. Да, нормально. Он нормально накричал, конечно, сейчас на Тимофея Рудовского. Это его первое появление. Какой 360 лейап, ничего себе. Грашкин вышел сразу. 4 на 3 надо использовать. Есть свободный бросок по лицевой. Симпатичная передача. И Митькин использует этот шанс. Что там весы показывают сегодня утром? Так, и свободный, да, еще. То есть одна трешка залетела пока за старт матча. И Смирнов тоже. Его, да, Смирнов, то есть хоть и маленький, но все время, вот то, что я отметил по первому матчу, продирался через заслоны здорово, очень быстрый, с низким центром тяжести. Я еще раз посмотрел на замечание. Ну, в принципе, да, только по одному игроку с каждой стороны имеют по два замечания. И если у тебя, как бы, Савченко получает два фола и остается играть... При том, что... А, нет, не остается. Все. Помню и на Винлиге зимой, и в регулярке именно под нападение игрок. И Куима свободные броски. Да, это пока самые легкие очки, которые есть у Барнаула. Отличная работа обороны. Вот хорошая защита. Сейчас можно забить даже сверху. Есть такой все-таки мини-дан. Такой обидный промах от него. Стас Абрамов. Три сведения. Стас! Добрый вечер. Хотя у нас какой вечер? Доброе утро. Кто не держит, никто не боится из команды TakeShot. Дальних атак от Барнаула. Пас низом и Шпортл левый. Наконец-то получается у него забить бросок с игры. Просто не давать сопернику легко перейти на чужую половину. То, что TakeShot не делают, еще как... Нет, не получилось все-таки потерять мяч. Получилось два очка забить. Дальний бросок, но он смотрит, конечно, но ему не дают, в отличие как раз от других игроков. Рудовский, кстати, про него, опять же, три из трех первого матча. Забил три трешки, Рудовский сейчас на паркете, самый ценный игрок, почти совершил перехват. Абрамов, хороший пас, и красиво как! Наверное, самый пока яркий мяч от команды TakeShot. Забил, Абрамов дал передачу. Быков, еще перехват, как будто бы тайм-аут после этого будет организован, потому что, ну, слишком много проблем возникает. И вот тоже нужно хорошее решение дальше от Бокарева, который уже до этого ошибся. Правой рукой красиво разбирается. До этого он задумал сравнять, если обе попытки забить. Первый точно. Да, и 23-23. То есть все еще очень ровное. Брать, но плохая передача. Абрамов на перехвате. Быстрая атака, TakeShot. Ну-ка! И впервые в этом матче. Опять там борьба на подборе. Опять Стас с мячом. Надо забить. Такой энергичный отрезок. Он был точно на первом матче, вот сейчас я его за скамейкой и вижу на противоположной трибуне. Но пока ты ищешь кого-то, у нас еще один трехочковый. И еще один быстрый отрыв. Погонин. Два человека. Абрамов в итоге находит о дуге. Да, забивает Стас. Это его бросок. Смог получить мяч только в 5 метрах от кольца. И в итоге еще один перехват от Грашкина. Ну, на самом деле, браво, TakeShot. Очень хорошая была защита. Митьки начал давить, моментально пошла подстраховка. И дальше они в итоге... 12-2 был счет. И вот после этого очень тяжело. И все. И дальше все попадания очень большим трудом даются. Потому что это почти всегда быстрый отрыв. Это почти всегда, ну, не гарантированные очки, но гарантированный какой-то хороший бросок. И вся команда вряд ли себе чувствует большую уверенность. И еще 2 плюс 1. Нили его тоже, он сам как-то вот уже... Ну вот здесь, голову немножко, окей, да, паник немножко головой и... На себя, да, если вот не получается двигать мяч, ну, может, кольцом. Ну, как-то вот... ...нашего главного напоминает немножко. Второй поменял Пришлось его. Подвинуться, Грашкин пришел. И это вся команда, на самом деле, по Барнаула. И не было, в принципе, ни одной действительно внятной атаки за долгое время.
Яковлев Митькин. С ним аж минус 24 было после первой половины. Хотя внешне вообще не казалось. То, что делал Тейкшот в первой половине, тоже вот набирали очки после перехватов. Тейкшот закончилось чем-то хорошим. Еще один подбор в атаке. Матвей Погонин. Не то чтобы самый большой, но самый расторопный. В итоге потеря. Быстрая атака для команды Тейкшот. Савченко полетел. Нормально, Игорь Савченко. Просто подарил сопернику, отправил его в быстрый отрыв и... Эти, да, очки, не знаю, уже порядками. Перехват, а может быть он скоро и появится все-таки. Ну что, Смирнов разбирается в отрыве. В атаке хорошее решение. Принимает пас под кольцо. Еще два очка. И тайм-аут от... Под очень острым углом. Что творит сейчас по лицевой здесь? Щита сейчас. Важно два очка набрать команде Барнаула. И сверху получается это сделать. И сейчас тоже первый перехват за долгое время от Барнаула. Хорошая внутрь передача, но там очень много обороны. И добывает очки второго шанса. Мне очень нравится вот здесь, пока смотрим за атакой, еще получается два очка набрать. Мне нравится, что есть такая небольшая группа поддержки. Но забрали мяч, будет новый шанс. Можно там влево сделать передачу, а можно просто два очка набрать из краски. Когда-то такой огромный, как Дмитрий Кадошник. Гораздо больше, чем пока на старте матча у него есть. И пропустили, вы как раз таки прошли его, в том числе... Новая атака в ответ. Карбасов под кольцом получает, но пока что скидывает на Рудовского. Тима, три с получения. Есть трешка от Рудовского. Тяжелый, но не сумел он воспользоваться. А под кольцом уже гораздо больше людей. Но снова Кадошника. 4 секунды. Еще нужно отбиться. Подняли Карбасова в воздух. Но успеет ли бросить? Да, вот прям под сирену залетает бросок. Возможно, и полчаса, если брать реальное время. Но пока Быков в порядке. Отдал передачу быстрый отрыв. Командные действия. Если бы, конечно, не вот этот странный провал во второй четверти, который не удалось погасить. Кенроу будет проваливаться под кольцо против Быкова. Смирнов. Ух ты, замечание жесткое. И получается у него забить. Смирнов. Метр. Фабона трехи нету. Вот Грашкина. Скио, что делает Грашкин зато из-под двойной опеки? Играть все-таки его тоже некая такая разносторонность. Какой-то вещь оказался в краске, и могу разобраться. Наконец дошел мяч до Бориса, есть два очка для команды Барнаул. На четырех замечаниях еще одно, и отправится отдыхать до конца встречи. Сегодня всего 4 очка, 4 подбора, 2 передачи. Цифры очень нехарактерные для его. Сейчас можно еще простейшие два очка набрать. Вот и он сегодня как будто... И в том числе вот в атаке поможет своей команде вернуться. Забивает пока Митькин. Отставание снова сократилось до десятки. Команда Тейкшот. Из-под кольца получилось два очка набрать. Тоже вот обмен потерями. Барнаул тоже в ответ сразу быстро бежит. Да, у Барнаулу надо бежать быстро. Стараться бежать быстро всегда. Это у команды неплохо получается. Свободная треха Рудовский. Есть! Как чисто, Тимофей. Ну вот сильнейший, конечно, снайпер команды. Барнаул вообще не летит дальний бросок. Это лучше, чем... Егора Демина, да, таким очень высоким, габаритным разыгрывающим. И снайпером тоже, конечно. Еще три. Две подряд от команды Барнаул. Занимается каким-то не своим делом, но стянул на себя двух человек. Рудовский неплохо обострил. Вернул! Хорош, Тима! И получается потом забить сверху у Кадышникова. Своей команды, но Лобарев, при том, что очень много бросает и много мажет, пропустил соперника. То есть проблема в этом была. К сожалению, да, они за такое время будет тяжело. Но посмотрим еще. Игроки команды Барнаула бросать иногда. Карбасов под кольцом. Хорошо давит. Карбасов набирает свои первые очки в этом матче. Нацепляться. Важно забить и важно сыграть быстро. Пас хороший из-под кольца. Есть! Два! Пошла концовочка. Так, можно сократить до 5. Так. Невероятный, конечно, невероятный талант. Забивает первый матч. И здесь, как бы, еще раз про формат, что у нас две группы. Там, по самом деле, по уровню вполне себе здорово. Отличная работа Сергея Быкова. Еще одна суперпередача. Здесь тоже своим положением, своей позицией. Еще тяжелый бросок. Ну как? Играл на MVP больше. 23 очка все-таки у него. Не такой высокий, у него 7 из 23. Так, штрафные есть. Расающая концовка. То, чего мы рассчитывали. 2 плюс 1. Кадошников как? Еще, очевидно, если не смогут сделать перехват. Штрафной забит. Вот разница 3. И тайм-аут. Там, не знаю, UBA. Не, ну будут фалить еще, очевидно, если не смогут сделать перехват. Штрафной забит. Вот разница 3. Чтобы попасть в плей-офф, команде Барнаул надо будет выиграть. Либо приходите, смотрите баскет вместе с нами. В классной атмосфере высокого уровня игроки.